Сегодня Витебский региональный конкурс «Королева весна 2019». Сегодня мы увидим представительниц вузов Витебской области, которая поборется за право, во-первых, «Королевы весны», а во-вторых, кто представит нашу область на республиканском конкурсе. Что важно для того, чтобы победить? Наверное, какая-то уверенность в себе. Почему ты лучше остальных? Ну, это еще неизвестно. Это мы еще увидим. А как же уверенность в себе? Ну, вот видите, у меня хромает. Все у нас участницы очень хорошие. Мы очень сильно сдружились за этот период репетиции, поэтому все будет хорошо. Нет никакой вражды, стекол в туфлях. Нет вообще никакой. Даже никакой ни маленькой ссоры не было, ничего. Правда, вот, ну, честно. Она врет? Она говорит правду. Как настроение? Чем сразишь нас? Белорусским купальником. Почему ты должна победить? Никто не слышит, давай. Я достойная участница. Скажи, я считаю, что я лучше остальных? Нет, я такая же, как и все участницы. Все сильные и все талантливые. Ну, немножко лучше остальных. Цветы? Дочки. Кто дочка? Так важно? Конечно, мы будем болеть. Иванова Виктория Сергеевна. Отлично, мы, кстати, сейчас только что кричали, что мы болеем за Вику. Давай на 3-4, Вика! Давай, 3-4, Вика! Подожди, еще я 3-4 не сказала. Давай, 3, а давайте мы все вместе. Давайте вместе, вы тоже за Вику болеете? За какую Вику? Неважно, просто за Вику. Тоже. Отлично, отлично, на 3-4 кричим, Вика! 3-4, Вика! Девочкам хочется пожелать, чтобы они прежде всего получили удовольствие от этого конкурса. А когда ты получаешь удовольствие сам от себя, то и от себя получают удовольствие. Ваши аплодисменты, друзья! Королева весна 2019 Мария Пикнина! Следите за новостями на портале городвитебск.бай.